На одной площадке с фестивалем финно-угорской прессы состоялось еще одно значимое для журналистского сообщества событие – региональный этап конкурса «Смиротворец», в котором участвуют авторы, пишущие на темы межэтнических отношений. В рамках мероприятия провели семинары и круглые столы. Модератором одного из них стала председатель гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. Сейчас уже не так важно, чтобы, допустим, у тебя был канал вещания. Можно иметь многомиллионную аудиторию, не имея вообще ни сайта, ни канала вещания. И это уже реалии сегодняшнего дня. А вот как в этой ситуации будем функционировать мы, журналисты, которые заинтересованы в том, чтобы в нашей стране люди знали о своей многонациональности и адекватно как бы, да, оценивали действительность вокруг себя.